Летом особенно актуальна проблема пятен от дезодорантов на темной одежде. Сегодня узнаем несколько способов избавления от них. В первую очередь, перед началом работ нужно тщательно очистить изделие щеткой, дабы в дальнейшем избежать появления границы, отделяющей очищенный участок от остальной ткани. Для удаления пятен с хлопчатобумажной ткани и шелка – спирт. Просто протрите загрязненное место, после чего промойте его немного остывшей кипяченой водой. Можно также использовать винный уксус, поваренную соль и даже детское мыло. Но вот вам самый надежный способ. Нам понадобится средство для мытья посуды. Наносим буквально каплю, растираем гель поролоновой губкой. Поверхностно-активные вещества, содержащиеся в средстве для мытья посуды, отлично удаляют все виды загрязнений не только с тарелок и ложек, но и с ткани. Остается только хорошенько сполоснуть, и от пятен не останется и следа. А чтобы пятен больше не появлялось, нужно нанести дезодорант, подержать 3-4 минуты, пока не высохнет, а уж только после этого смело одеваться. Домашние хлопоты могут быть приятными, просто нужно знать, как их сделать легкими.